Станица Ессентукская, улица Крестьянская. Газовая служба решила проложить трубу свою дальше незаконно. Заложили пластмассовую трубу, испортили дорогу. Спустя неделю-полторы разбирательств газовую трубу приехали, выкопали, испоганили улицу. Улица была засыпана гравием за свой счет жителями. Улицу испоганили, оставили после себя вот такие траншеи недорытые, недозакопанные. И развели на улице грязь и бардак. Всем спасибо. Улица Крестьянская. Сегодня утром приехали, привезли гравий, разровняли. Все хорошо. Привели в первозданный вид, как было.